Столкновение случилось в утренний час пик на оживленном перекрестке Сибирского тракта с улицей Халитова. В этом месте автобусам приходится поворачивать налево, пересекая несколько полос движения, по которым транспорт движется направо и прямо. Каждый такой маневр довольно опасен, и хотя автобусам он разрешен, то, что большие красные машины едут наперерез всем, часто вызывает возмущение водителей. А в случае ДТП они считают, что не нарушали правил. Так и произошло и в этот раз. Все правы, и кто не хочет признавать вину. Так бывает, да. Бывает, причем, да, довольно часто. Вы оба поворачивали, получается, да? Нет, автобус стоял, я поворачивал направо, поскольку все занято было. Я уже начал поворачивать, и он двинулся, и сзади меня прилов ударил. Он прям поехал? Ну, он прямо, он хотел налево вывернуть, на среднюю полосу. От остановки отъезжать стал. А я уже впереди был метра на три, наверное. В данном случае пассажиры не пострадали. Ситуацию спасло то, что участники ДТП не проезжали перекресток сходу, а тронулись со светофора и не успели набрать скорость. Людей пересадили в другой автобус, а аварийный остался на месте, чтобы закончить все формальности. Динар Усманов, Игорь Бызов, эфир 24.